Мы нашли опухоль. У нее рак? Технически нет. То есть это не рак? Нет, это рак. Но рак у него. В его левом яичке. У меня нет яичек. Она не парень. А его ДНК говорит об обратном. Из лягушек и хлопушек сделаны мальчишки. У тебя мужской псевдогермафродитизм. Все мы вначале девочки. Мальчиками мы становимся позже из-за генов. Яичники становятся яичками и опускаются. Но в одной из 150 тысяч беременностей плод с набором хромосом XY мальчик развивается во что-то иное. Вроде тебя. Твои яички не опустились, потому что у тебя иммунитет к тестостерону. Ты чистый эстроген. Отсюда ярко выраженные женские половые признаки. Кожа без волос. Отличная грудь. Абсолютная женщина – это мужчина. Природа жестока. Это, наверное, какая-то шутка. Это невозможно. Нет, шуткой было бы назвать вас педиком. Чувствуете разницу? Назначу его на операцию. Нет, вы ошиблись. Я девушка. Посмотрите, как можно говорить, что я не девушка? Видите? Они все на меня смотрят. Я красива. Это гнев. В тебе говорит рак. Прикройся. Скоро я отрежу тебе яйца. И ты поправишься.